9 мая, в День Победы, приглашаем всех на площадь Великого Национального Собрания. С 12 до 16 часов здесь состоится грандиозный концерт с участием звезд молдавской эстрады, камерного хора «Кредо» в сопровождении Военного оркестра Республики Молдова, академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России и звезд российской эстрады Иосифа Кобзона и Льва Лещенко. Организатор концерта – посольство Российской Федерации в Республике Молдова. Генеральные партнеры – фонд Мирона Шора и Унибанк. Информационные партнеры – РТР Россия, представительство РИА Новости в Молдове и информационное агентство «Новости Молдова». Отпразднуем великий праздник вместе!